Я вас приветствую, уважаемые ценители ножей. И сегодня мы подведем итоги аукциона вот этого ножа Ирбис. Всем, кто не смотрел в предыдущем видео, посмотрите, мы проводили аукцион. Итак, самая большая ставка данного ножа была 50 тысяч рублей. Вы там это все видели, все знаете. Так, выиграл его Павел, город Владивосток. Павел уже мне отписался, ждет счет на оплату. Так, ребят, я знаю, там сейчас многие скажут, что это, конечно... Ну, конечно, я сам понимаю, что этот ножик, он не стоит. Ну, как сказать? Возможно, как мне объяснил еще один человек, Олег, этот нож стоит и больше, потому что он уже как, ну, зарекомендовал себя. Возможно. Я согласен. Павел, я принял такое решение и хочу также тебе с ножом отправить топор. Потому что сумма большая. Вот этот топор будет тебе от компании Династия в подарок. Такой вот замечательный, хороший топор. Топор рабочий, пойдет для камина, для дачи, для бани, там порубить дровишки. Вот, это первое. Нож, соответственно, сам нож тоже уходит у нас в Владивосток с ножными. Друзья, вот теперь я хочу задать вам несколько вопросов. Первый вопрос. А стоит ли вообще проводить такие аукционы на канале? Ну, нужны ли они вообще вам? Потому что если вы скажете, они мне нахрен эти не нужны, там и так сяк, значит, я тогда их закрою и больше проводить не буду. Потому что я прочитал несколько комментариев, которые говорят там, у меня нету денег, но я очень этот нож хочу. Ну, знаете, действительно, да, у нас в стране такая ситуация, что не каждый может позволить. Хотя вы прекрасно знаете то, что моя работа заключается с VIP-клиентами, которые, которые заказывают такие вот хорошие ножи с инкрустацией. Это я прекрасно, это будет, было и всегда, да, и всегда будет. Это первое, вот первый вопрос. Нужен ли этот аукцион? Второй вопрос. Если... Что касается бюджетных ножей, если даже проводить аукционы, должна быть какая-то справедливость. Справедливость в том, что действительно ножик бы достался этому человеку. Это нужно все как-то продумать, и я прошу вашей помощи, потому что должна быть, сами понимаете, справедливость. И третий вопрос. Значит, у нас есть сейчас, у нас с вами есть, да, в бюджете, в моем бюджете есть несколько финок НКВД и несколько ножей, которые предназначены для розыгрышев, там, для подарков, ну, тому подобное. Да, тех, кто не знал, у меня есть такой небольшой бюджет менеджеров и все, скидки, вот эти вот 50 рублей, 100 рублей, я их откладываю, куда-то там, ну, делаю ножи куда-то на подарки. Я человек не бедный, я и не жадный, я эти... Ножи лучше подарю вам, ну, чтобы для, так скажем, своим подписчикам, ну, и тем, кто меня смотрит, ну, в любом случае, я как бы хочу, чтобы вы были подписаны. Это одно из условий. Поэтому давайте вместе подумаем, как справедливо провести эти розыгрыши. Может быть, на самом деле, мне там один человек писал, что есть такая программа, генератор случайных чисел. Обязательно проведем, обязательно сделаем. Какие планы вообще на будущее хотите? Тоже бы приятно было услышать. Потому что сейчас ну, работа идет, работы много, компания развивается с вашей помощью. Если вы читаете комментарии, то вы видите, там ну, много отзывов, ну, во мне пишут. Ну, есть, конечно, там и сроки задержки, это никуда не денешься. Я внимание уже перестал обращать. Ну, не могу я это, если выполнить. Я уже даже клиентам говорю сразу, заказ от 2 месяцев, потому что нет смысла мне это. Если надо, я сейчас продаю все из наличия. Заказов много. Я скажу, что сейчас, по-моему, вообще там до марта уже заказов. Ну, а так все делается. По возможности все будет делаться и всем отправляться. Всех с наступающим Новым годом. Всех. Тоже был комментарий, что я только подписчиков поздравил. Нет, теперь я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Что я хочу вообще сказать еще? Нужно работать. Работать как на работе, так и над собой. Стремиться всегда к лучшему. Повышать свой уровень.
Ну и делать так. Знаете, как вот я построил свой бизнес, свою вот эту вот компанию? Я делаю то, что другие не могут сделать, ну, а соответственно, и все это идет. То правило, которое говорило, ну, говорилось там раньше, то, что копируй, там можно под копирку все придумать, но нет, это уже сейчас не совсем модно. Даже люди сейчас у меня заказывают в Акидзасе танты, они требуют такого, к тому, чтобы с оригинала там и добавить своего. Ну, примерно, чтобы вы знали, сумма одного заказа, который мне человек хотел сейчас, вот хочет сейчас сделать, выходит более 700 тысяч. Это большие деньги и очень трудоемкая работа. Скоро я вам покажу, не знаю, до Нового года не получится, после Нового года, медвежий гарнитур, который не будет иметь аналогов вообще в мире. Там такая работа, ну, вы сами посмотрите и оцените. Ну, работа там очень шикарная. Там действительно очень сложный процесс вообще был всего. Также скоро будет выполнен заказ, VIP-заказ индивидуальный для Ярослава. Нож. Он очень интересный. Из одного куска дамаска. Что еще? Также я надеюсь, что в этом году мы повезем на выставку клинок. Кинжал, который Нотр-Дам-де-Пари. Который прототип уже есть, кому надо, кто интересуется, я могу скинуть прототипы, он еще не проданный, можно его забронировать. Но цена, там сразу говорю, ну это в личные сообщения, цена будет высокая, потому что это штучная работа, там полностью все будет из серебра, клинок сделанный, там шикарный, кинжал, в общем, он здоровый, целая экспозиция. Всем, да, по поводу бюджетных ножей, сейчас, в данный момент, их станет в два раза больше. Как я вам обещал, их будет больше. Чтобы так сравнить, процентов будет 70 бюджетных ножей, процентов 30 только ножей, которые будут выполняться на штучных экземплярах. Но надо понимать то, что ножи, кто у меня получал ножи из стали S390, которые мне пишут там, работа шикарная, просто выполнено все там. Я делаю этот нож в дорогом исполнении. Кому надо сделать нож с простой ручкой, ради бога, мужики, пишите. Я соберу его с простой ручкой. Но нож из S390 с простой ручкой, даже со стабилизированной карельской березой, к примеру, он никак не может стоить там 13-14 тысяч. Но это потому, что человек, кто его делает, он должен заработать. И вы это должны понимать. Многие меня смотрят, предприниматели, многие фермеры смотрят, вот я знаю. Но вот вы подойдите дедушке в деревню, когда он мясо продает, он же его не продаст по себе стоимости. Какой у него резон? Ему же надо накрутить на это, чтобы купить там зерно, как комбикорм, там, я не знаю, кормить скотину, правильно? Это все отсюда и идет. Вот. Ладно, всех был рад вас видеть. Спасибо, что смотрите. Все, благодарю. Да, я забыл сказать, чем больше будет подписчиков, тем больше будет розыгрышей. Канал растет, канал развивается. Я на месте стоять не собираюсь. Будем только развиваться в лучшую сторону. Благодаря вам. Все, спасибо.